Так, нужно выбираться отсюда. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь? Есть, есть, сэр! Свободен! Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Стоять! Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. У нас проблема с винтом. Бригада Альфа. Немедленно приступить к ремонту. Осмотрись в бинокль. Обрати внимание, он оснащен усилителем звука и датчиком движения. Доктор Крейгер нацепил на тех, кто находится на этом острове, датчик. Ну ладно, ленивые сукины дети. Ты сумеешь их засечь. Давайте разберемся, какого здесь творится. Будет сделано. Попытайся захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Что за лагерь будет? Думаешь, сделают спортзал и бассейн? Бассейн? Ну ты и кретин. Океан же рядом. Знаешь, я не люблю океан. У него рыба мочится. Чёрт! Думаю, они держат Вэл на станции заправки в старом авианосце. Боюсь, тебе придется пробраться туда. Авианосце? Да. Один из легких японских авианосцев сел тут на миг во время Второй мировой войны. С каждой минутой становится все интереснее. Твой еще будет. Осторожнее. Хорошо, Дойл. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Вон он! Стреляйте в дыру! Что это за звук? Черт, пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Ты видел? Отряду Альфа немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. Эй, кто там шляется? Ты жив? Слушай, это было? Я пытаюсь отслеживать твою позицию неприятеля, но металл блокирует сигналы. Тебе придется действовать самостоятельно. Подойдите на палубу 3. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Что это было? Всем механикам прибывают повреждённые машины. Быть прошёл это важно. Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Жив? Она совершила нападение. Наверное, он ищет ту девчонку. Ясно. Тут он ее не найдет. Она на пути в бункер. Роу, конец связи. Похоже, придется защищаться самим. Мне что-то померещилось.
Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Здесь происходит. У нас небольшая проблема, Джек. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно. Ну, что? Давно бы уже пора. Терпение заканчиваю. Готово. Система безопасности взломана. Джек, быстрее в здание. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Питание в центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. О, взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее. Убирайся оттуда быстрее! Не видел? Понял. Теперь связь на островах не работает. Чтобы ее восстановить, им потребуется несколько часов. Ну а пока тебе можно будет перемещаться посвободнее. Кстати, на нашей связи взрыв никак не отразился. Предлагаешь устроить новую диверсию для того, чтобы отвлечь их внимание от первой? Очень умно. А ну выходи! Все вышло так, как надо. В радиодиапазоне полный бардак. Пора действовать. Отправляйся на пирс. Если сможешь, возьми машину. Я уже в пути. Окей. Вижу, ты Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. Прячься в люк. Если тебя заметят, мы оба покойники. Кто может нас заметить? Тебе лучше и не знать.
Я буду на связи. Важных пленников содержат в бункере на другой стороне острова. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. С одним единственным парнем, обещаю, если здесь будет то же самое. Что здесь происходит? Крышка. Вот оно, укрепление. Оно за дело. Будем надеяться, что эта тварь была одна. Сложнее отслеживать твой сигнал. Ты думаешь, я знаю где? Похоже на какую-то пещеру. Понятно. Станция забора морской воды. Черт, свет вырубился. Только... Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Я ослеп! Даже не пытайся! Это место сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Драгины воспользовались этим и сбежали потрясающе. Это за чертовщина? Должно быть, это Драгин. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Дойл, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подобного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект в сыворотке в том, что она уменьшает уровень интеллекта и делает подопытных крайне агрессивными. Кригер контролирует их при помощи имплантов. Сектор Спасик, прием! Мы получили ваш сигнал! Направляем к вам подкрепление! Держитесь! Хорошая новость. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Тогда скажи. Кригер испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю. Но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэл и свалить отсюда. Хорошо. Карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне. Но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. Например? У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Вот. То, что надо. Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Дерьмо. Ее отправляют на Пагава или Якутан. Тебе надо прорваться через этот бункер в взлетной полосе. Одна проблема. Все знают, что ты придешь. Да я сейчас в такой заднице, что мне по барабану, знают они или нет.
Ты жив? Эти Трайгены не прорвутся. Не беспокойтесь! Ты слышишь? Эй, кто шляется? Ого, а это что за хрень? Что ты видишь? Понятия не имею, но это точно не обезьяна. Мой сканер показывает, что ты рядом с крыльями Трайгенов. Если сможешь открыть эти решетки, будет совсем нехилая диверсия. Что это было? Вижу цель. Хочешь еще? Сейчас получишь. Наемники прибыли. Джек, пошевеливайся, у тебя мало времени. Валерий Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназовцы. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Тогда ты знаешь, что я отошел от дел. Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти 3 месяца назад. Джек, ты меня слышишь? Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэл. Где ты? Расскажу позже. Вам нельзя останавливаться. В паре сотен ярдов от вас находятся клетки с необученными трагинами. Выпустите их на волю. Это на некоторое время отвлечет охрану от ваших персон. Поняла. Необученные трагины? А что, бывают обученные? Идем. Так, помоги мне, а я помогу тебе. Для начала от тебя требуется разнести этот регулятор. Ладно, я помогу. Только объясни мне, что происходит. Приходи в архив доктора Кригера, когда уничтожишь регулятор. Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Держись дороги через джунгли. Я отметил точку на твоем GPS. Так что не заблудишься. Будь внимательна, из-за сбежавших трайгенов они усилили патрулирование. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю у тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Все еще не понял? За бесплатно все люди добрые, а чтобы они были злыми, нужно платить. Так устроен наш мир, приятель. Так, это мы, значит, злые? В рабочее время, да. О, ну ладно тогда, спасибо. Температура в здании поднимается, будь внимателен, не сварись. Ублюдок! Прямо между глаз! Хорошо, ты у первого клапана. Увеличивай давление до... Отлично! Я отметил следующий. Окей, сделано.
Поднял давление до максимума. Переходи к последнему. Все сделано. Как доберешься до панели управления, включая обратный поток? Это повлечет за собой разрушение основания регулятора. Отличная работа, Джек. Основное питание отключено. Я направляюсь в архив. Буду выходить через вентиляционные шахты. Думаю, я легко смогу найти тебя. Будь в шахте и не высовывайся, и жди меня. Наконец-то предложили что-то стоящее. Я просто профи в умении сидеть и ждать. Я выхожу, Дойл. Встретимся снаружи. Слушаю, что случилось? Джек, тут повсюду трайгены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне острова. Можешь провести меня к ней? Могу попытаться. Давай попробуем. Я готов. Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Да заткнись ты, двигай сюда, нет у нас времени. Дойл, эти просто огромные. Что это за твари? Слышал я о них. Наемники зовут их толстяками. Осторожней с ними. У них тяжелое вооружение. Да я это и сам понял. Я тебя вижу! Тут настоящая зона боевых действий. Потому что это именно она и есть. Я получаю подтверждение по всем каналам, Джек. Отправляйся на юг к главному архиву. Ты найдешь там Вэл. Пососи! Джек, это Дойл. Видишь маяк к югу от тебя? Следуй по этой дороге. Она приведет тебя к архиву. Ставлю твою башку! Вэл где-то в этом комплексе. Да, но от этого места мало что осталось. Вот и хорошо, не придется долго искать. Здесь они содержали первых подобных. Если эти твари доберутся до Вэл первыми, сам понимаешь. Понял, иду к ней. Кажется, нашел одного из твоих подопытных. Помогай, черт возьми! Мы не можем их удержать! Мне своих проблем хватает! Что здесь произошло? Будь осторожен. Там хватает странных вещей. О многом даже я понятия не имею. Джек, будь внимателен. Кроу направил несколько элитных отрядов в эту зону. Их цель трагены. Но они будут рады и тебя заодно уничтожить. Ага, разберемся. Это отряд Мантис. Следов Карвера не обнаружено. Начинаем прочесывание зон с 3 по 7. Понял вас. Отряд Мантис, доложить по выполнении. Понял. Мантис, конец связи. Отряд 1, отряд 2, занять оборону в зоне. Ложись, граната! Здесь они хранят образцы многих экспериментов. Надеюсь, ничто из этого не вырвалось наружу. Там были и не совсем безопасные штуки, прямо скажем. Кусни мой зад! Друг, ты жив? Поешь свинца! Ты жив? Надеюсь, это был последний переключатель. Взять его!
Я застрял. Дойл, мысли есть? Путь Квилл, похоже, закрыт. Попробуй найти способ затопить помещение с мутагенной камерой и проплыть в другую секцию. Затопить помещение? Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь, Дойл? Окей, получилось. Отличная работа, Дойл. Ну давайте, ублюдки! Хотите еще получить? Квилл! Ребята, плохие новости. Я пытался связаться с кем-нибудь, чтобы вытащить вас отсюда, но возникла проблема. В чем дело, Гарланд? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придется нам это исправить. Очень скоро я вас подберу. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Отсюда есть второй выход. Я жду вас на катере снаружи. Главный комплекс Кригера там неподалеку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там все. Делай, что хочешь, но как только поле исчезнет, я вас покидаю. Мне за это дерьмо даже не платят. Я высажу тебя здесь и отвезу в Эллопагам, главной лаборатории Кригера. Я отметил нужные цели на твоем комплексе. Будешь знать, куда двигаться. Так это был ты, ублюдок. Я найду тебя и вырву тебе горло. Я знаю, где ты. Я уже иду за тобой. Джек, переключись на новую частоту. Дойл, похоже, тебя раскрыли. Твой друг как будто бы сильно расстроился. Черт, он знает, где я. И может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. Чтобы вывести систему из строя, надо уничтожить все передатчики в этой зоне. Ты узнаешь их по высоким антеннам. Если я правильно помню, они проводили взрывные работы на ближайшем к нам острове. Если повезет, ты найдешь там взрывчатку. Окей, я нашел... Отлично. Иди по компасу, Джек. Ты должен установить взрывчатку на передатчик в помещении под самой антенной. Это обрушение. Зашло. Готово. Куда теперь, шеф? Погоди секунду. Вот она, к северу-западу от тебя. О да, люблю запах запала поутру. Где следующее? Ты приколист, Карвер. Я помираю со смеха. Последняя антенна находится к северу-востоку от тебя. Пошевеливайся, они высылают подкрепление. Жив! Вот и все. Ну что, мы закончили? Погоди-ка минутку. Странно. Сигнал все равно не проходит. Роу установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она, к западу от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Корабль хорошо охраняется, но я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, размести взрывчатку на топливном баке. Должно сработать. Двадцать пять секунд? Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. Кто-то приближается. Черт, это Гроу. Не волнуйся, я с ним разберусь. Ты за это заплатишь, Карвер. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Чего ты ждешь? Вали его. Сначала я подберу тебя. Кроу пойдет на корм акулам. Извини, Джек, но мне нужна важная информация из плана моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я проведу тебя в зону, где он пропал, и помогу найти этот план при помощи отслеживающей системы. Затем должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь план. Вэлл тоже где-то поблизости. Докладов о том, что ее заметили, не было, так что с ней все хорошо. За нее не волнуйся. Беспокойся лучше о тебе. Хорошо, понял. Постой. У меня новая информация. Похоже, наемники засекли поблизости нескольких трагенов и открыли на них охоту. Задержи дыхание. Они решили убить их нервно-паралитическим газом. Ты где
поблизости от входа в храм. Похоже, они взорвали вход в туннель. Взрыв закрыл проход, взрыв его и откроет. Взрывчатка твой друг, Джек, действуй. Стой, негодяй! Хорошо, это поможет. Я установил заряды. Дойл, прием. Я вхожу в храм. Паул находится рядом. Я не могу засечь его точное местоположение, но он должен быть поблизости. Что это за дрянь? Легкие просто горят. Не вдыхай этот газ. Чтобы его рассеять, тебе нужно уничтожать баллоны. Но держись подальше от испарений. Похоже, это он. Окей, Дойл. Я достал Паул. Что теперь? Отлично. Вот координаты передвижной станции связи. Давайте приедем! Сейчас ты умрешь! Джек, я засек сигнал Кроу рядом с тобой. Будь осторожен, он, похоже, двигается в твоем направлении. Окей, Джек, передвижной центр связи находится в дельте реки. Чтобы не добираться вплавь, возьми лодку. Что здесь произошло? Джек, наемники прочесывают реку. Будь осторожен, их лучшие люди ищут тебя. Друг, ты жив? Безумный доктор Кригер. Кто это? С кем я разговариваю? Скоро узнаешь сам. Окей, Дойл. Около грузовика. Подсоедини Паун к спутнику. Передаю тебе координаты. Джек, ответь мне, Джек. Джек! В точку. Здесь находится фабрика, где они производят мутаген. А вот и коды для запуска тактической ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы замести следы. Ты гений, Кроу. Ты упростил нам задачу. Интересно, каким образом это может нам помочь? Смотри за джунглями, Джек. Раз у нас выдалось время поболтать, может, просветишь меня? Что все это значит? Кригер был ведущим исследователем Министерства обороны. Специализация — генетика и усиление боевых возможностей человека. То есть Трайгены. Правильно. Тогда при чем здесь ЦРУ? Военная разведка обвинила Кригера в незаконных опытах над людьми. Он занялся частными исследованиями, и мы внедрили в его лабораторию Дойла, чтобы присматривать за его работой. Мы здесь, чтобы остановить Кригера или вытащить Дойла? Я здесь для того, чтобы не допустить бегства мутантов с острова. А ты здесь на случай, если мне понадобится помощь. То есть я здесь просто за компанию? Умный мальчик. Дойл говорит, поблизости находится база наемников. Давай их навестим. Джек, Вэл, я получил указание от главного штаба. Они оценили ситуацию и хотят, чтобы вы уничтожили главное здание Кригера. Видимо, нас интересуют только два объекта. Аванпост и главное здание. Чтобы уничтожить их вместе, нам понадобится ядерный заряд. Ядерный? Вы спятили? Да расслабься. Он совсем маленький, как раз хватит для того, чтобы уничтожить наши цели без других разрушений. К тому же, в момент взрыва мы будем далеко. Обнаружила небольшой лагерь поблизости. Позаимствуем в нем грузовик. Нам надо прорваться. Сейчас или никогда. Держись! Дойл, мы на месте. Сообщи нам, где находится главный терминал безопасности. Ждите. Передаю координаты.
Окей, получила. Итак, вот что нам надо сделать. Джек, тебе достанется все веселье. Ты проникнешь в лагерь и очистишь мне путь. Там я сумею взломать их систему безопасности, и мы захватим боеголовку. Нет, я не стану трогать боеголовку, даже самую маленькую. Тебя не уговаривают. Отдыхай, я справлюсь сама. Твоя работа — обеспечить прикрытие. Вы полны сюрпризов, леди. Что-то творится! Уже совсем рядом с терминалом. Обычно комнаты управления у них располагаются на верхних этажах. Окей, я взламываю их систему. Поторопись, у нас очень мало времени. Уже почти. Так, готово. Теперь за мной. Итак, вот наш план. Я открываю двери, мы входим внутрь и ищем боеголовку. И не напоминай. Это не все. Ты должен войти в их штаб и найти устройство для активации заряда. Времени мало, поэтому мы должны разделиться. И хватит скулить, понял? Джек, передаю тебе координаты устройства. Торопись, у нас мало времени. Что там происходит? Что это было? Что произошло? Устройство у меня. Что дальше? Двигай здание безопасности как можно быстрее. Я почти закончила. За мной, Джек. Куда мы идем? Увидишь. Подожди, надо отключить замок. Попробуй теперь. Аванпост. Боеголовка где-то там. Ты первый. Что там? Что за чертовщина? Пиздец, я приведу помощь. Иди сюда. Я, кажется, что-то нашел. Вот это я понимаю. Сервис. Я за рулем. Уступаю. Осторожнее. Лаборатория хранится лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дойл. Свяжусь, как только доберемся туда. Я не знаю, чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Сначала ты. Ну ладно. Хорошо. Это последнее. После этого мы валим отсюда. Вэлл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, зачисть территорию и вызови лифт. Валерий на подходе. Еще пару секунд. Все, Джек, она здесь. Спускайтесь. Дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэлл пройти в другой отсек. Ты! Молодец, Джек. Ты почти на месте. Окей, Джек. Осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Что произошло? Следуй за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ. Джек, за мной! Их траген-сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей.
Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Идем. Вэл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Давай, давай, Джек! Поторопитесь, у нас посетители. И их немало. Стоять, ублюдок! Как идет процесс? Тебе не скажу. Все, детонатор установлен на 20 минут. Все, убирайтесь оттуда. Загляни в будущее! Человек больше не царь природы! Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут! Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед! Выживает сильнейший! Удачи! Вот спасибо. Наконец-то. Я не мог связаться с вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепления. Они как раз неподалеку от тебя. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошла утечка, перенасытившая воздух мутаген. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Он разработал для себя препарат, не допускающий распространения мутаций по телу. Уверен, он у него с собой. Попробую уговорить его выделить мне пару капель. Покончить со всем этим. Я тоже направляюсь туда. Не беспокойся, все почти кончено, друг. Офис Кригера должен быть совсем рядом. Я уже на причале, направляюсь к тебе. Встретимся там, Дойл. Не сомневайся. Эй, друг, ты жив? Что произошло? Стоять!
тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации! Где сыворотка? Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. Старик был склонен к театральности. Жаль, у него не было деловой хватки. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмею. Работа на правительство научила меня главному. Где новое оружие? Там можно сорвать неплохой куш. Почему ты сам не убил Кригера? Драгин обязательно предан своему папочке, а ты его только что убил. Любопытно было взглянуть на их реакцию. Но мне пора, покупатели ждут. Дойл, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол к твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Я иду за тобой, мерзавец. Нет. Слышишь? Попробуй понять, я послан ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок.